вот хочу показать вам сегодня. Мы немножко прогуляемся. Вернее, я прогуляюсь, а вы посмотрите вокруг. Здесь территория такая, знаете, quiet. Hi. Очень спокойная, тихая. И идти довольно далеко. Всем привет, друзья! Пришлось мне уйти на студийную озвучку, хотя я ее не люблю, эту озвучку. Она, конечно, может быть и легче для меня, но как-то, мне кажется, она не передает всего. Но видите, ветер у нас сегодня, погода испортилась. Сегодня у нас 25 сентября, и я пошла специально вот на эту территорию частных владений. Как она у нас называется здесь? Posh Place. Я вам уже немножко объясняла по этому поводу. Так вот, мы с вами сейчас спустимся вот по таким узюхоньким тропиночкам. Я здесь вообще-то впервые. Даже толком и не знаю, куда идти. Сейчас сориентируемся. Но я вас выведу на берег океана, на пролив Ла-Манш или English Channel, если хотите, как называют его англичане, и покажу вам очень много красивейших домов, таких дорогих, от миллиона фунтов стерлингов и до 4 миллионов фунтов стерлингов. Вот именно здесь, на Сивью, таких домов очень много. Я показала вам уже довольно много квартир, когда искала для себя какое-то жилье. И все эти квартиры, конечно же, были такие убогие, ну, абсолютно не симпатичные, как вы сами могли убедиться. И это, конечно же, потому, что у меня бюджет для покупки квартиры очень-очень низкий. 100 тысяч фунтов – это, в общем, такие копейки для Англии. Чтобы что-то найти нормальное, деньги должны быть совершенно другие. Ну и чтобы у вас все-таки не сложилось такое неправильное впечатление о том, что, может быть, все люди так в Англии живут отвратительно. Я хочу вам показать, как живут здесь богатые люди, которых тоже, как вы понимаете, очень много. Так вот, я покажу вам сейчас не только дома снаружи, но и покажу вам тот интерьер, который у них внутри. Эти дома, вот сейчас я постараюсь для вас найти один из таких домов, который я нашла на Rightmove. Я вам все ссылочки внизу в описании дам. Если хотите посмотреть сами, то можете и сами посмотреть на эти дома. Только я хочу, конечно же, их привязать к ландшафту, привязать к местности, чтобы вы поняли, потому что картинки картинками, где это и что это, как-то не очень, может быть, и понимается. Ну, а если уже конкретно мы с вами сейчас ножками дойдем, и я покажу вам, как расположены эти дома, что они из себя представляют, сколько они стоят, то вы поймете, что люди имеют деньги совсем другие, и как эти люди живут. Вот в частности сейчас я покажу вам мой разговор с одной женщиной, которая приехала с большой земли, с Эссекса, и она на каникулах отдыхает. В каком она доме отдыхает, покажу вам. Сейчас дойдем и посмотрим. Дом. Да, девочки машут мне. It's your house. Sorry? Is it your house? No, I wish it was. Like it. Yeah. For just for sale. Sorry? It's for sale. Isn't it lovely? Very nice. And you work in here or you live here? Just holiday. Ah, just for holiday. Yeah. But you can rent here. Yes. Place for the holiday. Yes. There's quite a few places actually. Yes. Although they've got this up for sale. We think someone's just bought it.
So somebody just bought it. Yeah, we've been here 2 years ago. Uh-huh. And we thought we'd come back before it's sold. I see. I don't think they're gonna and it's it. Sold now. Yeah. And how much you pay for the night in this beautiful place? It's been up for sale for 2.5 million. Yeah, it is for all house, but if you use just for holiday, you use for rent. Yes. Some small room. No, the whole thing. All you of them. To have the whole thing. Yeah. Oh, I see. And how much you pay for this for the holiday? 2,000 a week. Oh dear. You're so rich, ladies. 2,000 in a week. Oh dear, dear. Yeah, it is lovely. The view is fabulous, isn't absolutely, it? Absolutely, yeah. Sea view, maybe it's the best place in Isle of Wight, you know. But well, we have my father-in-law, they used to holiday here as little boys. Oh, I see. Mm. Yeah, but you live in mainland? We live about 3 hours away. 3 hours? Yeah. It's Scotland? Yeah, near the Essex? Yeah. I see. Yeah. I know Essex. Yeah. Yeah, but now you're not very happy with the weather, you know. The weather now, it's not... Ну вот, слышали, да, что сказала эта женщина. Она сказала, что они снимали этот дом на протяжении долгих лет. Вот она сюда приехала со своим свекром. Она показала мне свекра. И вот этот вот пожилой мужчина там сидел, вы знаете, в какой-то серенькой курточке, в какой-то кепочке непонятной. И с виду абсолютно не скажешь, что у этого такого дедочка скромного такие деньги. Он может себе позволить на все лето снимать такой огромный дом. Ну, как говорится, ладно, давайте мы теперь посмотрим все-таки внутри этот дом. Я же его нашла на Rightmove. И я вам ссылочку дам внизу, ну и также покажу, как он выглядит, и расскажу немножко, так нам будет более, наверное, интересно. И вот так смотрится этот дом на брошюре на Rightmove. Он выставлен на продажу неделю назад, и стоит он 2,5 миллиона фунтов стерлингов или 250 миллионов рублей. Ну вот внутри кое-что покажу вам из фотографий. Фотографии не очень получились у меня четкие с экрана, к сожалению. Здесь 4 спальни, двухэтажный этот дом. 250 квадратных метров у него площадь. Огромная кухня, 32 квадратных метра, две гостиные, вот она кухня такая, ну, смотрится неплохо, по-моему, да, вот, спальни, каждая из спален 6 на 3,5 метров, это холл, такой довольно большой тоже с верхним окном. И вот такой вот поэтажный план, если кому-то интересно. Вот этот дом, я не уверена, что такие огромные деньги он стоит. 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Это, конечно, дорого даже для Англии. Но не знаю, купят ли его или нет. Потому что сейчас, как сказали, что все стремятся на какие-то спокойные места из больших городов. Вот всем надоело сидеть дома на коронавирусе, и поэтому покупают сейчас эти загородные дома. Наш остров считается как вилоч какая-то, загородная резиденция, может быть. Но эти все дома, которые я вам здесь показываю, также стоят очень дорого. Ну и действительно очень дорого, потому что, во-первых, дома огромные, а там территория у них тоже очень большая. Ну и, в-третьих, то, что они
Все-таки все стоят на побережье с видом на море. Это, пожалуй, самое главное. Ну и вот сейчас мы добрались наконец. Вот посмотрите, я пришла. И я нашла вот этот самый-самый главный дом. Усадьбу огромную, из-за которой, в общем-то, я сюда и пошла. И вот этот дом, сейчас я вам его буду показывать со всех сторон. Но вот самое интересное, что отсюда, из-за кустарников, вот таких вот высоких заборов, не подступиться, не подойти. И вида, конечно же, вот самого фасадного вида мы можем увидеть только на фотографиях, на брошюре. Но именно этот дом, он меня заставил сделать такой огромный путь. И я его искала очень долго. Но все-таки как могу, я вам его показываю. И сейчас я расскажу вам поподробнее и также покажу все внутри. Какой красивый и какой огромной территорией вот этот дом. Он весь обнесен высоченным забором. Я только смогла его сзади обойти. Вот он, этот огромный дом. Он построен в 1893 году. Как пишут, нуждается в некоторой модернизации внутри. Но так как он имеет огромный сад размером около акра, и также у него 9 спален, 6 ванных комнат и 5 гостиных, ресепшн, как они здесь называют, и холлов. Обратите внимание, какие огромные, красивые здесь комнаты. Ну и вот эти умывальники, которые вас удивляли. Так вот, этот огромный дом, он стоит еще дороже 2 миллиона 750 тысяч фунтов стерлингов. Он расположен, конечно, на самом берегу. Вот видите, как его можно только с хеликоптера увидеть. И вот обратите внимание, именно на этой фотографии видно вот этот вот кустарник, как живая изгородь. А впереди еще забор вот этот, вдоль которого я шла так долго. И ничего, конечно же, не было видно ни за кустарником, ни за забором. Что для меня очень странно, потому что казалось бы, наоборот, открытый вид на море, ну, не знаю, сделали бы какой-то там заборчик такой, через который не перебраться. Потому что, если они хотели таким образом защитить себя и этот дом, то смотрите, как я спокойно сейчас к нему с тыльной стороны-то и подойду. Там, где дорога проходит, и там, где подъезжают автомобили, подвозят, наверное, там что-то для них. Вот он, этот дом, видите? Он элементарно смотрится здесь. И сейчас подойду к нему совсем близко. Покажу вам. Там, кстати, тоже дорога такая. Вот сейчас увидите. Вот он, этот дом сзади. Неказистый абсолютно. Вот здесь они улучшают дорогу, строят. Видно, что... Так как этот дом, кстати, я вам не сказала, его уже купили за 2 750. Вот такие огромные деньги. Еще и требует модернизации, как сказали. Ну и если присмотреться, то он действительно требует модернизации, несмотря на то, что внутри все-таки он довольно-таки приличный. А это вот задняя сторона этого дома. Ну, как говорится, хозяин-барин, мне непонятно, почему можно спокойно подойти сзади к этому дому и никак нельзя подойти со стороны моря, не пробиться вообще. Так что вот так, друзья, вот такое у меня сегодня для вас видео. И я вам опять показываю, сколько здесь у нас красивых домов на Sea View.
Недаром эта деревушка называется Сивью, вид на море, потому что вот такие огромные все эти дома здесь стоят, и все они с видом на море и с огромными, конечно, бюджетами. Стоят они немалых денег, любой, какой ни посмотри дом. Вот, кстати, и вот этот тоже дом я смотрела, он стоит, по-моему, 1 750 000. Я его сначала перепутала даже с тем домом, который показала вам только что. Я решила, что это вот он. Но нет, это еще один дом. Вот здесь посмотрите, как живописно расположился дом. Люди забираются вглубь, подальше, подальше от цивилизации. В какое-то тихое-тихое место, чтобы отдохнуть на природе. Но грандиозный этот дом, представляете, как он здесь красиво вписался. Вот он какой. Все окна смотрят на пролив. И здесь, видите, у людей лодки моторные стоят на приколе. Особенно мне нравится вот этот стеклянный балкон на углу. Посмотрите наверху. И там у них столики поставлены. Отдыхать. Жарким летом сидеть. Наслаждаться шикарным видом. Пить чай. И с такой высоты, смею вас уверить, там вид шикарный у него. Ну и вот еще один дом, посмотрите. Шикарный какой. Я же говорю, что когда я мимо проходила там, я его даже не заметила на побережье. Посмотрите, как здесь у него лужайка среди деревьев, среди леса шикарного. Стоит этот дом великолепный, вот он какой. Здесь у него внизу тоже площадочка такая. Патио, да? Ну, красота. И вот эти все дома здесь огромные. Вот они от 1 000 000 и выше. Поэтому, имея деньги, можно в любой стране устроиться очень даже неплохо. Ну вот, друзья, я показала вам сегодня, наверное, довольно много всякого разного. И поэтому, кому понравилось, пожалуйста, ставьте пальчик вверх, не забывайте обязательно. Пишите ваши комментарии, если вам понравилось. Вот такая вот прогулочка со мной. Если вы хотите еще посмотреть такие домики богатых англичан, пожалуйста, пишите ваши комментарии, и я сниму еще похожее видео. А на этом, друзья, я сегодня с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя. Пока-пока.